Мы можем выиграть локальный бой с плесенью, но неизменно проигрываем войну с ней. Она – абсолютный победитель. Мой бедный муж покойный, он, наверное, не выбросил бы эту баночку, он попытался бы там лишнее снять. Грибы – древнейшие живые организмы на Земле, которые пережили много катаклизмов и выжили, до сих пор живут. Плесень колонизирует не только сырые помещения, она атакует и наши холодильники. Даже сам человек легко может стать питательным субстратом для вездесущего грибка. Вообще страшная вещь, грибы прорастают в органы. Все органы покрыты таким пушком. Смотрите, на это очень страшно. Токсины грибов разрушают нашу печень. Их споры прорастают в легких и бронхах, поселяются на слизистой носовых проходов. Хочется избавиться от этой заразы, все-таки в доме дети еще живут. Тоже, как бы, не о себе только думаю, а всех. Неужели сопротивление бесполезно? Конечно, 100% от беды не убежать. Все равно мы с ними будем контактировать. Чем человечество ответит на вызов непобедимой цивилизации грибов? Каждый день, возвращаясь домой с улицы, мы приносим с собой миллиарды спор плесневых грибов. Открываем окна, проветривая квартиру, и споры плесени влетают в наше жилье вместе с потоками свежего воздуха. Они живут вокруг нас, в воздухе, земле, на домах, растениях, на стенах и продуктах питания. Что же такое эта вездесущая и всеядная плесень? Живой мир вообще весь делится на целый ряд там, царств, на царство, империи по разным системам. И есть такое большое там царство, на царство, империи, которое называется задние жгутиковые. И вот туда относятся грибы и мы с вами. Туда относятся организмы, у которых в цикле развития существует или когда-то существовала такая стадия, когда эта клетка с одним задним жгутиком. В нашем цикле развития она до сих пор осталась, как вы знаете. Знакомьтесь, спора плесени. С виду действительно напоминает сперматозоид. Значит, человек и плесень – родственники. Получается, что так, но очень-очень дальние родственники. Мы и жили-то прежде раздельно. Раньше плесень селилась где? Вот в тех местах, где люди не бывали часто. Плесень любит сырые и темные места, человек – сухие и светлые. Поэтому главным местом обитания плесневых грибов была и остается почва, хотя жизнь там непростая. Там постоянно идет очень серьезные разборки за место под солнцем, так сказать, условно говоря. И действительно, в основном это борьба как химическая. То есть там многие организмы вырабатывают кучу всяких токсичных соединений против других микроорганизмов. Борьба за место под солнцем увенчивается победой сильнейшего. Больные и слабые погибают. Их останки уничтожает плесень. В этом и есть ее главное предназначение. По сути, эти пушистые разноцветные создания – своеобразная клининговая армия, которая перерабатывает умирающие организмы в питательные вещества для других. Но когда они попадают к нам, они не находят своего естественного источника питания, а с удовольствием кушают то, что находится едобным для себя. Хлеб, печенье, там какую-то крупу, которая осталась сырой. Однажды попав в квартиру, споры плесени могут оказаться абсолютно в любом месте, даже в холодильнике. Если им повезет и посадочная площадка окажется съедобной, они пустят корни. Спора, попадая на поверхность продукта, начинает там размножаться, и она поражает продукт, прорастая внутрь продукта и вырастая на поверхности. Вот у нас с вами есть специальный орган для захвата пищи – рот. А грибы – это такие организмы, у которых нет этого. Они всасывают питательные вещества практически всей поверхностью своего тела. То есть эта система, она имеет очень большую в целом площадь поверхности, чтобы больше площадь всасывания. Тело гриба, мицелий, представляет собой бесконечные разветвления тончайших трубочек, похожих на нити. Их называют гифы. Вот так они выглядят под микроскопом. Возьмем кусок хлеба, на поверхности которого выросла плесень. Внутри хлеб пронизан гифами, но мы их не видим. А это видимое махровое поселение на хлебной корке – та часть гриба, которая отвечает за размножение.
они стараются сделать какую-то ножку и выкинуть наружу этого субстрата, где ветерочек, вода, где другие факторы, которые могут их переносить с одного места на другое. Эту верхнюю часть гриба обычно и называют плесенью. Обнаружив такой налет на продуктах, мы просто снимаем его и выбрасываем. Так однажды поступила и Ольга, достав из холодильника открытую несколько дней назад банку с маринованными грибами. Мне захотелось грибочков домашнего консервирования. Я посмотрела, там было чуть-чуть плесени, ну совсем немножко. Я взяла ложечку, все это счистила, выбросила и остальное употребила. Ольга не сомневалась, грибы, которые находились ниже заплесневевшего слоя, вполне съедобны. Она ведь уже ела из этой банки. Однако спустя 3 часа стало ясно, с грибами что-то не то. Целые сутки мне было плохо, рвало, температура, головная боль, ну, перед глазами все плыло. Ольга еле ходила, суставы ломила, жар менял озноб и липкий пот. Налицо все признаки сильного отравления. Дома были дети, они-то и бросились лечить мать. За меня дети хорошо взялись, там накачали вот этими энтеросгель, по-моему, и что-то еще. Ну, в общем, я к вечеру этого же дня пошла чуть-чуть на поправку, на следующий день еще получше. Вот. Но с тех пор я этой плесени просто панически боюсь. Что же случилось с Ольгой? Почему она отравилась? Ведь грибы стояли в холодильнике и еще несколько дней назад вроде бы были вполне безопасны. Заплесневшие продукты представляют опасность внутренним содержимым. На поверхности мы видим плесень, и это проявление роста мицелиальных грибов. Но самая страшная опасность находится внутри. Это продукты жизнедеятельности этой плесени, метаболиты, в том числе токсические вещества, микотоксины. Микотоксины – это ядовитые вещества, с помощью которых плесневые грибы выполняют свою главную работу – перерабатывают умирающую органику. Микотоксины человек не может определить на вкус, запаха у них тоже нет. В этом как раз является скрытая опасность плесени. Даже убрав плесень с поверхности, вы не избавитесь от тех токсинов, которые плесень выработала в продукте. И в этом, как говорится, нет ничего личного. Человек для плесени не враг, просто мы вторгаемся в ее рабочую зону. У них и эволюционной задачи такой не было, создавать что-то такое, что, в принципе, есть патогенные грибы для нас. Многие из них вырабатывают токсические вещества. Либо они направлены на какую-то другую цель, вот, либо просто эти вещества для них зачем-то для других надобностей нужны, а у нас вот они вызывают вот такую беду. Что же касается тех грибов, которыми отравилась Ольга, то там, скорее всего, развились какие-то виды плесени рода аспергиллус. Например, аспергиллус фумигатус или аспергиллус флавус, которые выделяют очень опасные афлотоксины. Вот, например. Аспергиллус и пенициллиум – самые распространенные в наших квартирах и на наших продуктах роды плесени. Это два рода, внутри которых безумное количество видов. И это только два рода, а их сотни. То есть, на самом деле, видов вот этих микроскопических грибов, их очень много. Одни плесневые грибы выделяют более ядовитые токсины, другие – менее. В этих чашках Петри сотрудники кафедры микологии МГУ вырастили некоторые виды плесени, которые мы встречаем на продуктах питания чаще всего. Это, например, пенициллиум хризогенум. Именно из него был получен первый антибиотик – пенициллин. Он выделяет не только антибиотик, но еще и желтый пигмент. И пигмент этот довольно далеко диффундирует. Он, видите, окрасил всю поверхность чашки Петри. Соответственно, если такая плесень у вас выросла на хлебе, на варенье, она выделила этот токсин не только там, где она сама растет, но он также может диффундировать по всему продукту. Если вы обнаружили в небольшой банке, например, с вареньем, на поверхности хотя бы вот такую незначительную колонию плесневых грибов, лучше сразу выбросить всю банку. Если же посуда 3-литровая, а плесени совсем немного... Немножко, конечно, можно снять, переварить варенье. Вот. Но все равно какое-то количество токсина в нем будет. Зависит от количества того, сколько плесени выросло сверху. Ольге не повезло. Плесень, выросшая на ее грибах, выделила чрезвычайно ядовитый токсин, который пропитал все содержимое банки. Каждый раз получается русская рулетка. Это может быть совершенно безобидный штамм, не выделяющий токсин, а может оказаться, вот как в данном случае, очень агрессивный. В принципе, в такую русскую рулетку может сыграть любой человек, съевший даже ломоть свежеиспеченного хлеба, при условии, что он был изготовлен из зерна, зараженного плесневым грибом рода фузариум. Первые случаи массового отравления таким хлебом были зафиксированы в конце 19 века на Дальнем Востоке. Ядовитый хлеб называли пьяным.
У людей, употребляющих пищу, хлеб, приготовленный из зараженного зерна, начинались судороги, начиналось поражение нервной системы, проявлялось возбуждение, начиналась рвота, и были все признаки алкогольного отравления. Эти признаки вызывает токсин дезоксинивленол, который вырабатывается грибами рода фузариум, а в частности фузариум граминеарум. Это разные виды плесневых грибов рода фузариум. Их вырастили в научно-исследовательском институте питания. Открывать чашки нельзя ни в коем случае. При открытии крышки будет сожжена эта комната. И мы отравимся? Нет, но вы рискуете получить заболевание верхних дыхательных путей. В последние 20 лет случаи поражения зерновых культур фузариозом участились во всем мире, поэтому эта культура привлекает особенно пристальное внимание ученых-микологов. Плесень может поражать зерно как в поле, так и во время хранения. Когда в зернохранилище не соблюдаются условия хранения, когда там высокая влажность, когда мы видим, что на нем растет плесень. Вот так выглядит пораженное плесенью зерно. Розовый налет – это фузариум. Но есть и другой вид этой плесени, невидимый глазу. Зерно кажется совершенно здоровым, но оно, тем не менее, несет в себе страшный токсин, названный учеными Т2. При попадании в организм высоких концентраций токсина Т2 и HT2 происходило поражение капилляров, они становились хрупкими, и происходило разжижение крови, в результате чего на теле и на внутренних органах образовывались кровавые язвочки, которые породили название септической ангины. Эпидемии септической ангины были зафиксированы в 30-е годы 20 века на Северном Кавказе, в 70-е годы на юге Украины и в Крыму. Причиной мог быть не только хлеб, испеченный из зараженного плесенью зерна, но даже пиво. Грибы рода фузариум поражают все зерновые, в том числе и ячмень. В больших количествах потребление зараженного продукта, оно вызывает сразу реакцию организма. Но очень маленькие количества токсинов, они способны оказывать свое негативное воздействие на наш организм, причем даже необратимое. Накапливаясь в организме, попадая в печень, и оказывают свое влияние на другие системы организма, на нервную систему. Этот яд не разрушается под воздействием высоких температур. Ни раскаленная печь, ни бурлящий кипяток ему не страшны. Поэтому необходим постоянный контроль качества самого зерна. Острых отравлений пьяным хлебом в России не наблюдалось довольно давно. Впрочем, исследования показывают, плесень на зерновых культурах победить не удается. Фактически, по чуть-чуть мы все время принимаем, потому что это неизбежно, мы с ними вот вместе всегда живем и сосуществуем. По чуть-чуть мы каждый день принимаем огромное количество плесневых спор и токсинов. Иногда не замечая, иногда по легкомыслию, полагаясь на свой, как принято говорить, луженый желудок. Но не все реагируют на грибы. Для этого нужны некоторые условия. Во-первых, должна быть такая склонность организма к аллергии. Это генетически обусловленное состояние. Конечно, нужны какие-то условия, например, длительный контакт с грибами. И в большом количестве. Смотрите далее, и вы узнаете, что скрывается под скорлупой безобидного ореха. Я ему говорю, смотри, вот это же желтая плесень какая-то. На какие подвиги способна наша печень и всесильна ли она? Это облигатный токсин, то есть он обязательно повреждает печень, вопрос только в дозе. К чему могут привести обычный отит и заплесневелый кусок хлеба? Вот эта мысль немножко пенициллинчику не помешает, она, конечно, красной нитью периодически слышишь. И так ли уж дружелюбно благородная плесень, покрывающая ракфор? Эти сыры не разрешены для детей, беременных, кормящих женщин. Муж Ольги, Михаил, никогда не выбрасывал слегка подпорченные продукты. С одной стороны, не позволяло воспитание, с другой, он был уверен, что обладает богатырским здоровьем. Мы даже из-за этого немножко ссорились. Ну, потому что он считал, что продукты нельзя выбрасывать. Лет 20 назад мы разошлись, поддерживали дружеские отношения. И я, конечно, заходила проведать, посмотреть, как там человек живет вообще. Ольга готовила бывшему мужу еду и приносила ее в контейнерах. Проводила инспекцию в его холодильнике. Продукты, подобные вот этой банке с заплесневевшим консервированным щавелем, выбрасывала сразу же, если успевала. Мой бедный муж покойный, он, наверное, не выбросил бы эту баночку, он попытался бы там лишнее снять, и то, что более-менее чистым бы ему показалось, он бы оставил. Вот отсюда, я думаю, все проблемы.
Особенно Михаил любил орехи, покупал килограммами и хранил годами. Естественно, плесень была делом обычным. Я ему говорю: смотри, вот это же желтая плесень какая-то. Он говорит: нет, плесень такая не бывает. Она бывает черная, там зеленая, там беленькая, но желтая она быть не может. Ничего я не могла с этим поделать. И когда он скончался, у него была полностью разрушена печень. 57 лет уже все. Желтую плесень многие действительно не считают опасной. И зря. Грибы вида Aspergillus acratius весьма коварны. Как раз цвет и дал название этому виду грибов. Этот вид грибов выделяет ахротоксин, известный своей очень высокой токсичностью. Поэтому опасность представляет именно этот ахротоксин, который содержится в орехах, содержится в других продуктах. Предел, выше которого не допускается присутствие ахротоксина в продуктах, составляет 5 микрограммов на килограмм продукта. Чайная ложка соли – это 5 грамм, а количество 5 микрограмм – это в миллион раз меньше, чем эта чайная ложка. То есть это вообще невозможно никаким образом ощутить. И в этом количестве он способен уже оказывать свое токсическое действие. Главный фильтр для всех токсинов в нашем организме – печень. Она их разрушает и выводит. Однако некоторые токсины печень не в состоянии ни уничтожить, ни изгнать. Остается одно – хранить их в себе. Чем угодно можно отравиться. Да? Можно цианистым калием, нужны микродозы. А можно токсинами грибов, нужно немножко побольше. Поэтому это облигатный токсин. То есть он обязательно повреждает печень, вопрос только в дозе. Муж Ольги десятки лет ел пораженные плесенью продукты. Яд накапливался в печени и привел к преждевременной смерти. Я была поражена, что у него оказалась больная печень, потому что он не был алкоголиком, наркоманом. У него даже дома гантели, там эта шведская стенка, канат, все это было смонтировано. Он занимался там, даже в таком возрасте, я смотрела, он отжимается от пола, знаете, так вот на кулаках, вот, с прыжками, там, со всеми делами. Вот. А печень пострадала. Вот, очень обидно было. Жалко. Некоторые думают, что организм можно приучить к любому токсину, если вводить его малыми дозами. Именно на это и надеялся Михаил. Вы сказали по чуть-чуть, да? А кто отмерял дозу по чуть-чуть? Когда мы проводим аллерген-специфическую иммунотерапию, приучаем иммуносистему, вводим микроскопическую дозу, потом чуть больше, больше, больше. Это должно проводиться под контролем аллерголога. Почему? Потому что чуть дозу превысили, и будут нежелательные последствия вместо желательного. Вывод очевиден. Заплесневевшие продукты пропитаны микотоксинами. Их есть нельзя ни в коем случае. Секундочку. А как же рокфор и камамбер? Эти сыры пронизаны плесенью просто таки насквозь. Дело в том, что токсины вырабатывают не все виды грибов, во-первых. И даже внутри вида не все штаммы грибов. Этим как раз пользуются те, кто выращивают, делают какие-то специальные продукты с использованием плесени. То же самое пенициллиум рокфорти для сыра рокфор. Там подбирается штамм, который не делает токсинов, а дикий штамм, выделенный из природы, может эти токсины делать. Таких тонкостей о благородной плесени знакомые Алины Витальевны не знали. У них было свое небольшое фермерское хозяйство, и они решили, что вполне могут производить не только обычный сыр, но и нечто подчеркнуто благородное. Где взять плесень? Они взяли кусочек черного хлебушка, положили его в пакетик, на нем выросла зеленая плесень, и они стали этот корочку добавлять в сыр. Вот. А примерно через полгода весной, когда мы к ним приехали, они нас стали угощать этим сыром, а пиво пить не могут, потому что, говорят, печенка у нас болит. Доморощенные сыроделы использовали так называемый «дикий штамм плесени», агрессивный и токсичный. Профессионалу пришлось срочно прийти на помощь. Я им выделила плесень из такого хорошего, дорогого сыра рокфор, который дальше они стали использовать для производства этого сыра. Но это должен быть контролируемый штамм. Более того, его нужно все время обновлять и следить, чтобы он не перезаразился, не превратился вот в какой-то другой. Сможем ли мы в домашних условиях, не будучи микологами, уследить за чистотой своего штамма? Весьма сомнительно. Поэтому делать сыр с благородной плесенью своими руками все-таки не стоит. И хорошо бы помнить еще об одном. Каким бы якобы безопасным ни был штамм, плесень все равно остается плесенью. Даже при большой любви к сортам сыра с благородной плесенью, не стоит их употреблять в большом количестве. Кроме того, эти сыры не разрешены для детей, беременных, кормящих женщин.
что же делать, если любимый сыр слишком долго хранился в холодильнике и покрылся плесенью? Достаточно ли просто срезать заплесневелые бока в соответствии с рекомендациями по 3 сантиметра с каждой стороны? Если вы на одну чашу весов положите стоимость этого куска сыра, тем более, когда вы из него уже выбросите отрезанный частик, вот, а на другую сторону свое здоровье, и те траты, которые вам, может быть, придется вложить в лечение, если у вас будут проблемы с печенью, будут проблемы с иммунитетом, то, поверьте мне, гораздо дешевле просто выбросить этот испорченный продукт. Но может быть все дело в том, что мы просто не приучили свой организм к токсинам плесени? Ведь есть же целые народы, которые не брезгуют заплесневелой, а то и вовсе протухшей пищей. Например, представители африканской народности банту считают продукты, покрытые плесенью, особенно вкусными. Есть особая ферментная система, особая приспособляемость к чему-то, да, то есть наработка. Мы можем свою иммунную систему ферменту натренировать как-то, да, токсикационную натренировать, но так, чтобы это было безразлично, это вряд ли. Наше неведение часто оказывается фатальным для здоровья. Ирина Черникова живет на последнем этаже панельного дома уже почти 20 лет, а прежде обитала на первом и не предполагала, что последний этаж – это не всегда благо. Для меня эта квартира, когда я сюда приехала, была верхом восторга. Я видела синее небо, здесь была прекраснейшая экология. Проблемы со здоровьем начались совершенно неожиданно. В конце 90-х Ирина заболела отитом, естественно, лечилась антибиотиками. В магазин ходила не каждый день, поэтому кое-какие продукты в холодильнике стали покрываться плесенью. Я решила, что если я съем сыр с небольшим количеством плесени, то это даже мне поможет, потому что плесень – это пенициллин. И даже он как бы показан. Вот эта мысль, что немножко пенициллинчику не помешает, она, конечно, как красной нитью периодически ее слышишь. Само по себе постоянное поедание антибиотиков ничего хорошего, потому что у нас внутри и на поверхности нашего тела живет огромное количество бактерий, которые наши симбионты. Что же происходило с Ириной? Антибиотики, прописанные врачом для лечения отита, уничтожили не только патогенные бактерии, но и полезные симбионты. Если бы не это обстоятельство, споры плесени, которые попали в организм Ирины вместе с сыром, встретили бы достойный отпор. А бактерии нашей нормофлоры тоже дополнительно выделяют очень много веществ, например, лизоцим или молочную кислоту, которая губительна для тех же аспергиллов и других грибов, кандиды, например. У Ирины после приема антибиотиков возник дисбактериоз, то есть была уничтожена нормофлора, а свято место, как известно, пусто не бывает. Наши слизистые колонизируют бактерии нормофлоры. И если мы их вымываем, то, соответственно, это место поселится любой другой микроорганизм. Но симбионты – не единственный защитный барьер нашего организма. Существует множество других клеточных элементов, которые борются с агрессорами. Вот слизистая носа, слизистая полость рта и органы дыхания, альвеолы, да, они все покрыты таким вот мягким таким налетом, да, это называется сурфактант. И в этом сурфактанте находятся клетки эпителия и клетки иммунной системы. Это большие такие клетки, они называют макрофаги, большие пожиратели. Макрофаги поглощают вражеский организм и переваривают его. Но из-за болезни и приема антибиотиков иммунитет Ирины был ослаблен. Активность макрофагов была подавлена. Они могли заглотить споры плесени, но переварить их уже не хватало сил. Если он не переваривает, он, путешествуя по нашему организму, по лимфосистеме, разносит этот микроорганизм, и где он останавливается, там и возникает эта проблема. Тем не менее, после 2 недель лечения Ирина вроде бы выздоровела, уши болеть перестали. Но тут на нее начали сыпаться другие болезни, одна за другой. Я утром просыпаюсь, выхожу в ванну мыться, у меня начинается сильнейшее слезотечение. Я чихаю раз по 10, по 15 подряд, то есть даже за стенку держусь, чтобы не упасть. И это меня очень сильно озадачило. Глаза слезились и болели постоянно. К этому добавлялись подкашливание и насморк. Все эти симптомы окулисты посчитали проявлением конъюнктивита. Ирина мужественно лечилась каплями. Начали болеть суставы. Их Ирина мазала мазями. Питаться же продолжала, как обычно. Правда, заплесневевшую поверхность с хлеба и сыра теперь все же срезала. Хлеб с плесенью. Да? Но раз вы съели, возможно, что никаких последствий не будет значимых. Да? Но если это делать регулярно, то вероятность отравиться большая.
Ирина не подозревала, что употребляя в пищу заплесневелые продукты, она лишь усугубляет болезнь. Лечение не приносило никакого облегчения. Что же делать? Смотрите далее, и вы узнаете, когда человек становится питательным субстратом для грибков. Очень вообще страшная вещь. Грибы прорастают в органы. Кому плесень обычно присылает черную метку? Вот там в углу, где ванна близко подходит, постоянно появляется плесень. Уже раз пять приезжали, обрабатывали, но все равно она появляется. И можно ли победить многоликого властелина Земли? Конечно, 100% от беды не убежать. Все равно мы с ними будем контактировать, а контактируем все время. Проблемы со здоровьем у Ирины продолжали усугубляться. Любой сквозняк мог стать причиной пренеприятнейшей простуды. В конце концов, женщина все же решила обратиться к специалистам. Заключение Института иммунологии о грибковой сенсибилизации. Плесневые грибы, вот так и написано в скобках. У меня установлены положительные пробы на аспергиллиус флавус, клет, гербариум. Ну, в общем, много. Это бытовая плесень. Аллергия на грибы – это аллергия, как правило, на споры грибов, которые появляются в воздухе. И поэтому первые симптомы, они обычно бывают респираторные. Аллергия на плесень. Диагноз прозвучал, как гром среди ясного неба. Пришлось вспомнить, что помимо грибков на продуктах, сожителем Ирины стала черная плесень на стенах, появившаяся из-за протекающей крыши. Не зря многие ее боятся. Стахиботрис хартарум правильно боятся, потому что в отличие от многих других плесени, которые выделяют токсины не летучие, а растворимые, допустим, эта плесень может выделять еще и токсин, который диффундирует не только в питательную среду или в обои, на которых она растет, но и в воздух попадает. И когда вот такое помещение заплесневелое, поврежденное грибами, и человек в нем проживает длительно, жилищное помещение, помещение, где он работает долго, да, то тогда могут возникать разные болезненные состояния, и вообще человек, в принципе, много болеет. Плесень, попадая в организм человека, может вызывать не только аллергию. Ситуация усугубляется, если происходит инфицирование грибами, когда их споры, не встречая отпор, поселяются на слизистых оболочках. Может быть так, что у человека с аллергией к грибам еще происходит рост грибов. Например, такое заболевание – аллергический бронхолегочный аспергиллез. Он возникает практически всегда у больных с бронхиальной астмой. Грибы поселяются в бронхах, и тогда бронхиальная астма приобретает более тяжелое течение. И тогда, да, тогда грибы, они уже есть внутри организма. Вы же понимаете, что грибы – древнейшие живые организмы на Земле, которые пережили много катаклизмов, и в их геноме заложены очень большие способности приспосабливаться и способности расти на разных субстратах, в том числе субстратом можем стать и мы с вами. Такие заболевания трудно диагностируются, так как клиническая картина похожа на традиционное заболевание – кашель и высокая температура. Иногда диагноз аспергиллез устанавливается только после вскрытия. Очень вообще страшная вещь – грибы прорастают в органы. Особенно страшно поражение желудочно-кишечного тракта. При вскрытии животных я присутствовала, когда вот все органы покрыты таким пушком. То есть цыпленок погиб от аспергиллеза. Это, смотрите, на это очень страшно. Аспергиллез возможен только в рамках иммунной депрессии, то есть катастрофически сниженного иммунитета. Например, у больных с заболеваниями крови, которым делали некоторые манипуляции, пересаживали костный мозг и в дальнейшем подавляли иммунную систему, чтобы мозг этот костный не отторгался. И тогда на фоне иммунодепрессии у них возможно инфицирование грибами, обычными из воздуха, которыми все дышим. Так как иммунная система с этим не борется, они начинают расти. У Ирины ситуация зашла не настолько далеко, но на стенах ее квартиры продолжает расти черная плесень, а значит, ее семья остается в зоне риска. Воздух квартиры заражен спорами грибков. Из-за того, что квартира так нашпигована спорами плесени, у меня очень быстро портятся продукты. А в основном я, конечно, храню все продукты в холодильнике. Вот капуста. Вот тоже пошла плесень. А буквально сегодня мы варили суп. Вот. Конечно, я обрежу и использую ее, ну как вот такой кусок капусты выбрасывать, тоже жалко. Вот чеснок тоже, смотрите. Вот на нем тоже плесень. Очень, кажется, чеснок, антисептик. Откуда на нем может быть плесень? Вот, пожалуйста, на нем плесень. Ирина попытается бороться с плесенью народными средствами. Как-никак плесень и человек всегда жили рядом. Много есть природных веществ, трав,
которые раньше всегда использовали люди для предотвращения порчи. Вооружившись многовековой народной мудростью, Ирина натирает хлеб подсолнечным маслом. В шкафчике, где хранятся продукты, всегда стоит пузырек с йодом, закрытый ватным тампоном. Пары йода препятствуют росту плесени. Если вы не решите свой вопрос с проветриванием, просушиванием, у вас все равно будет возвращаться не плесень, то микроорганизм. Поэтому проветривание, просушивание, прослеживание за тем, чтобы менять вовремя вот эти коврики в ванной или на кухне, вот эти все тряпочки, мочалки и так далее, это все сменное, как зубная щетка. Но что делать, когда у вас есть постоянный источник влажности? В каждой квартире это кухня и ванная комната. Там-то и поселяется плесень. Оттуда ее споры разлетаются по всему помещению, заражая продукты питания и человека. Петр Терешков никогда на здоровье не жаловался, пока 2 года назад не раздался первый тревожный сигнал. Стал насморк не проходить. И летом он стал появляться насморк, и зимой... Насморк – болезнь неприятная, но не смертельная. Однако беда не приходит одна. Одышка у меня появилась, задыхаться начал. Раньше с собой никогда такого не чувствовал, не курю уже несколько лет. То есть веду, стараюсь вести здоровый образ жизни. Вот. И сказали, что плесень где-то в квартире. Если аллергия на грибы сформировалась, это бывает реже, чем аллергия на домашнюю пыль, на что-то еще. Если она сформировалась, аллергия на грибы, она, как правило, протекает более тяжело, чем другие виды аллергии. Не на шутку обеспокоившись, Петр кинулся искать, где же поселился враг. Черный налет был обнаружен в ванной комнате. И не только. Решили посмотреть на кухне. Сняли плитку вокруг раковины, и там действительно вот оказалось очень, как сказать, большой участок, пораженный плесенью. В квартире Петра Терешкова поселилась так называемая черная плесень. Многие убеждены, это самая ядовитая и опасная для человека плесень. Аспергиллус нигер – это отдельный вид аспергиллов, который образует черный пигмент, поэтому он называется нигер. Образует пигмент она не сразу. Сначала это красивые белые колонии, потом они начинают становиться такими бархатными коричневыми, а только потом черными. Когда плесень становится черной, значит она созрела и уже выбрасывает в воздух споры. Они-то и вызывают у нас различные заболевания. Начиная от аспергиллюза – это инвазивное заболевание, когда он попадает в организм человека и вызывает заболевание, причем очень разные, скажем так, разных признаков. Ну, как любой микроорганизм, ну, например, стафилококк от прыщика, может вызвать до сепсиса, до тяжелых заболеваний, воспаления легких и так далее. Точно так же аспергиллус, в зависимости от того, куда он попадает и где у человека слабое место, там он вызывает заболевание. Петр во всей квартире срочно сделал ремонт. Однако вскоре плесень появилась снова, и снова в ванной. И тут же вернулись насморк и одышка. Да все так же, вот насморк, все так же продолжается, одышка. Потею очень сильно. Хочется избавиться от этой заразы, все-таки в доме дети еще живут. Тоже, как бы, не о себе только думаю. Хронический насморк и одышка легко могут перерасти в нечто гораздо более серьезное. Иногда это бывает и грибковый синусит, так называемый, то есть поражение пазух носа, и развитие полипозного процесса в носу, и формирование бронхиальной астмы. Это наиболее частые такие симптомы грибковой сенсибилизации. Петр решил уничтожить первопричину своих бед одним ударом. Он пригласил дезинфекционную службу. Вот там в углу, где ванна, плитка подходит, постоянно появляется плесень. Уже раз 5 приезжали, обрабатывали, но все равно она... появляется. В первую очередь я вам объясню причину возникновения этой плесени. Все дело в том, что в санузле постоянно повышенная влажность. Да, да, да. Да, а это, как известно, благоприятная среда для развития плесени. Влажность в ванной – явление неизбежное, поэтому после душа необходимо протереть все швы сухой тряпкой и оставить открытой дверь. И открывать дополнительно окна на проветривание как можно чаще, да. Потому что система вентиляции... она с этим сама не справляется. Плитку не будете снимать, нет, надеюсь? Нет, снимать не будем. Замечательно. Не будет она настолько глубоко. Специалист приступает к просушке стен. Чтобы просушить эту стену, чтобы убрать излишнюю влагу изнутри стены, потому что она накапливает, да, мы просушим ее методом излучения. Следующий этап обработки, то есть механическая очистка видимых частей плесени. Я вот смотрю, она только на поверхности, пока плесень только появилась, да? Вглубь не пошла как бы. Ну, да. На самом деле, да, она очень глубоко не проходит, то есть для этого нужен очень длительный период времени. А-а-а. Для этого мы и стараемся механическую очистку провести настолько, чтобы удалить весь вот этот видимый участок
Все, механическая очистка закончена. Как видите, видимых мест с плесенью уже не наблюдается. Не осталось, сейчас да. Мы пропитаем эти места препаратом против дальнейшего его развития и сделаем общую дезинфекцию этого помещения. Да. Хорошо. Будем надеяться, что поможет на этот раз. Будет обработана полностью вся поверхность, то есть вся комната будет затуманена, так сказать. А по времени сколько этот туман должен держаться в помещении? Не менее получаса. Есть ли гарантия, что после такой массированной атаки наши жилища и продукты не будут больше заражаться плесневыми спорами? К сожалению, нет. Ведь была обработана только ванная. А сколько миллионов спор лежат сейчас где-то в квартире или летают в воздухе, ожидая своего счастливого часа? Потом они начинают прорастать. И действовать на плесень надо тогда, когда она прорастает. Тогда она очень чувствительна, и мы можем с ней побороться. Чтобы добиться вот такого, скажем так, стабильного результата, надо потратить, ну, месяц, ну, два, уничтожая прорастающие споры. Неужели придется снова и снова вызывать дезинфекторов и обрабатывать всю квартиру? Да, борьба с плесенью – это навсегда, но вы можете использовать разное оружие. Ведь в природе у плесени, как у любого живого организма, есть свои естественные враги. Например, триходерма – она тоже плесневый гриб. Она вот такая симпатичная, обычно пушистенькая, с зелеными подушечками, есть виды с белыми подушечками. Ее очень любят фитопатологи, потому что она враг грибов, фитопатогенных. Она выделяет вещества, которые могут подавлять их рост, или она может непосредственно паразитировать на них, тогда ее гифы оплетают или даже проникают внутрь гиф фитопатогенного гриба, и она его съедает. Существуют бактерии и вирусы, поражающие плесневые грибы. Мы болеем вирусными заболеваниями, также они болеют вирусными заболеваниями. Она не кашляет, не чихает, но она начинает плохо расти. Если вот такую зараженную вирусом колонию высадить на чашку, у нее будут сектора, там, где мицелий не пушистый, а наоборот прижатый. Бактерии и вирусы – враги плесени, но и нам тоже не друзья. Поэтому заводить в квартире триходерму или патогенные для плесени вирусы и микробы категорически нельзя. А вот эфирные масла – другое дело. Для нас они благо, а плесени несут смерть. Убедиться в этом поможет небольшой эксперимент. В эти баночки помещены куски тыквы, пораженные плесневым грибком. Они, видите, очень плотно закрываются. Мы внесли эфирное масло. В данном случае тестируются эфирные масла душицы и розмарина. Прошел всего день после начала эксперимента. Здесь мы пока еще не видим прорастания, оно очень слабое, но мы чувствуем запах неприятный. То есть это уже прокисший вот такой вот продукт. А в этом мы чувствуем только запах эфирного масла. И не видим, что здесь есть рост. Вообще нет роста. И здесь тоже приятный запах душицы, и кусочек тыквы, он целый, не разрушился. То есть эфирные масла подавили рост плесени. Это их свойство решили использовать при хранении продуктов питания. Вот, например, для того, чтобы этот апельсин долго лежал, вот видите, вот здесь вот пятнышко уже появилось, я его специально оставила. Вот мы вот так вот набрызгаем, и тогда я могу его протереть сверху салфеткой, и оно будет долго храниться. Впрочем, розмарина или душицы боятся не все виды плесени. Для борьбы с ними надо подбирать композиции, включающие несколько масел. Так происходит подбор убийственных для плесени эфирных масел. Вот есть такие три гриба, ну вот аспергиллус нигер, пенициллум пурпурогеном и триходерма. Это те, которые тоже вызывают разные заболевания. И вот мы проверяем концентрацию, какая рабочая. Вот здесь плохо работает, здесь уже лучше. И вот здесь вот уже мы видим совсем хорошо. То есть мы добились того, что при концентрации 0,3% у нас фактически грибы уже не разрастаются. И тогда мы уже их используем. Наиболее эффективны в борьбе с плесенью масла шалфея, полыни, монарды, бархатцев, сосны, чеснока, лука, ели и многих других. Запах этих растений полезен и для нашего здоровья. Если вы каждый день пользуетесь, то эта атмосфера, она уже такая хорошая, насыщенная. И споры плесени прорастают и тут же гибнут, потому что мы действуем на вегетативные формы, на прорастающие. То есть надо потратить усилия, чтобы полностью ее уничтожить. Но мы потом через какое-то время, опять же, с обувью, на одежде ее принесем. Поэтому вот такие профилактические меры надо проводить постоянно. Конечно, 100% от беды не убежать. Все равно мы с ними будем контактировать. И контактируем все время. Тут разговор идет о даже не качественном, я бы сказал, количественном, так сказать, критерии. Плесень гораздо старше нас. Цивилизации грибов миллионы лет. Человечеству жалкие 500 тысяч. Когда-то мы вторглись в их мир.
Они научились уживаться с нами и даже использовать соперника в своих интересах. Победить в этом противостоянии мы не можем. Значит, надо попытаться разграничить сферы влияния. В конце концов, на Земле места хватит всем.